Всем привет! Сегодня я расскажу вам о диких хорьках и о фрегах. Поехали! На данный момент я нахожусь в Армении, и здесь люди вообще ничего не знают о хорьках. И когда я гуляю с моим хорьком Вегой, люди часто подходят и спрашивают: это ласка? Это бобер? Это нутрия? Это белка? Это собака? Это крыса? И так далее. Именно поэтому начну с краткой информации о хорьках. Хорек – это сублиматный хищник, который относится к семейству куни, вид хорьки и ласки. В природе существует три вида хорьков – лесной, степной и американский хорек. Длина тела у самцов лесных и степных хорей достигает до 50 см, у самок – до 40 см. Длина хвоста – до 15 см. А теперь о фредках. Фредка или домашний хорек – домашнее животное черного, белого, коричневого, пастельного или смешанного цвета. Длина тела около 50 см, из них хвост 10-15 см. Вес достигает до 2 кг. Фредка очень веселые, игривые и милые существа, но также не стоит забывать, что у них есть зубы, как иголки, их хватка, как у бульдога. Хорьки очень любят прятать вещи и не дай бог уронить на пол носок, майку или шапку. Хорек обязательно это найдет и спрячет в свою норку, то бишь под кровать, тумбочку, шкаф или в свою клетку. Многие фредки не любят воду, поэтому их достаточно сложно купать, но про это будет отдельное видео. Хорьки очень много спят, до 20 часов в день, но это вредно для их здоровья, поэтому с ними нужно гулять и дома, и на улице, минимум 2 часа в день. Не знаю, как другие хорьки, но мой хорек Вега ни разу не кусала человека, но при этом она очень не любит других животных. Исключение составляют разве что другие хорьки. Подводя итоги, можно сказать, что фредка очень хороший домашний питомец, который ни в чем не уступает собаке и кошке, может даже в чем-то и превосходит их. Это видео познакомило вас с хорьками, если вы, конечно, еще не знали о них, и дало вам первое представление о фредках. Дальше будут видео о содержании, кормлении, купании и вообще о жизни с фредкой. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки.